Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 10. Урок 22. Реши уравнение. 26 умножить на х равно 52. В данном уравнении нам нужно найти второй множитель. Для этого произведение делим на первый множитель. 52 разделить на 26. Х равен 2. Уравнение номер 2. 78 разделить на х равно 3. В данном случае нам нужно найти делитель. Для того, чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное. 78 разделить на 3. Х равен 26. Х умножить на 17 равно 51. Это уравнение номер 3. В данном случае нам нужно найти первый множитель. Для нахождения первого множителя нужно произведение разделить на второй множитель. 51 разделить на 17. Х равен 3. Х разделить на 240 равно 4. Это наше четвертое уравнение. Здесь нам нужно найти делимое. Оно неизвестно. Для того, чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель. 4 умножить на 240. Х равен 960. 960 в данном случае – это делимое. Возникли вопросы, предложения, пожелания? Оставляйте комментарии под видео.